Краевые исследователи возбудили уголовное дело в отношении руководства Дворца спорта. В ведомство обратился один из сотрудников учреждения и заявил, что несколько месяцев не получает заработную плату. По данным следствия, сотруднику не платили с июля по октябрь прошлого года. За эти месяцы руководство должно мужчине 87 тысяч рублей. При этом руководство организации имело реальную возможность для выплат, поскольку на ее счета поступали средства, которые тратились на хозяйственную деятельность. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий следствием установлены иные факты нарушения трудовых прав сотрудников организации. С июля по декабрь прошлого года они не получали заработную плату и иные установленные законом выплаты. Сейчас следователь выясняет всю сумму невыплаченных средств и общее число потерпевших. Добавим, что как раз с августа прошлого года, когда людям перестали платить деньги, Краевой дворец спорта закрыли по решению суда. Спасатели обнаружили больше десятка нарушений противопожарной безопасности. Позже владелец здания, Алтайский совет профсоюзов, пытался доказать, что все устранено, но решение суда оставили в силе. Тем не менее, сотрудники учреждения продолжают работать только на других площадках.